Мухаммад, тебя уже назвали таким народным чемпионом. Народное признание, ты уже тоже высказался, что для тебя оно больше, чем что-то другое, да? Расскажи, вот, когда ты увидел вот эту толпу, здесь человек 300, несмотря на такое позднее время, пришли сюда, что ты почувствовал? Конечно, я очень рад, что люди поддерживали. Видно, что переживали за меня. Но мы сделали максимум то, что могли. Ну, бой получился таким, ну, не слишком ярким, но мы добили свою победу. Ну, судьи решили мне ее не отдать и сделали ничего. А что ты чувствовал, когда именно оглашали вердикт, да, вот судьи, ты чувствовал, что именно ты победитель, да, вот? Да, я чувствовал, что я сделал все, чтобы получить победу. Но решение было принято судьями, и с этим ничего не сделаешь. Обидно было, да? Вот эти первые свои слова вот на эмоциях сказал или как? Да, конечно, обидно, но на этот бой это был такой, можно сказать, самый плохой лагерь в моей жизни. У меня были много травм, несмотря ни на это, мы согласились, выступили. Ну, в общем, я думаю, мы сделали достаточно, чтобы мою руку подняли. Что дальше будет? Как ты думаешь, это тебя отбросило от твоей мечты? Или как вообще? Какое сейчас положение? Да? С учетом всех интервью Дана Уайта, с учетом всего, всех этих событий? И наоборот, это меня еще разбудило. У меня стало больше желания доказывать лучше. И я думаю, мы в скором времени заберем этот пояс. Ты когда планируешь вернуться к тренировкам или сейчас полный отдых нужен? Что сейчас? Пару недель я себя приду. У меня чуть мелкие травмы. Надо вылечить и в строй. Все правильно. Мы там уже слышали, что было в перерывах. Каждый раз в перерыве что-то новое бывает. Эмоции. Расскажи, эмоции преобладают. Вы, это ваше тоже чувство, такой же аналогичный вопрос. Как вы отреагировали вот на решение вообще? Ну, было немного в недоумении, да, от такой ситуации, честно сказать. А какое-то общение было потом с президентом лиги, с кем-то еще, с судьями, там, может, где-то встретились? Нет, у меня лично нет. Менеджер, наверное, разговаривал наш, а у меня не было никакого общения с ним. Вообще, как вы думаете, ну, что получилось, что не получилось именно по бою, да? Вот вначале были, ну, недовольны, да, можно сказать, боем. Ну, пятираундовый бой всегда так чуть сложно начинается, потому что человек, боец, чуть экономит силы, их на 5 раундов, да? В принципе, Мухаммад все сделал для того, чтобы ему подняли руку, ему отдали победу. Сейчас что нужно изменить в тренировках, в бою самом? Вот вы много говорили, вот, разозлись. Вот теперь, как вы думаете, он будет злее с первых раундов? Или это от подготовки, от всего зависит? Как? Ну, не знаю. Не, Мухаммад всегда будет хорошо готов. В этом бою были свои моменты, там, свои травмы. Подготовка тоже не так хорошо прошла, но все равно Мухаммад был бы намного лучше, чем Блахович во всех аспектах. Просто, ну, мне кажется, надо немного уверенности, что ли. А какие выводы вот сейчас, что нужно дальше делать? Да? И в тренировках, и в самом бою? Больше работать, да, над собой. Больше физических нагрузок, технических нагрузок. Когда вы вернетесь в строй, когда хотите драться? Как только Мухаммад залечит свои болячки. Ну, наверное, 4-5 месяцев. Эта поддержка в том числе и для вас пришла. Что скажете? Баракаллах всем болельщикам. Чувствуется поддержка, реально. Много пишут, много звонят. Реально, очень много людей переживали. Баракаллах всем. От души. Если еще что-то есть, сказать. Занимайтесь спортом. Ведите правильный образ жизни. Аэропорт Увитаж, всем присутствующим, ассаламу алейкум. Спит и приветствует нашего народного чемпиона. Следующие слова в октагоне. World Champions UFC Магомед Алкалаев! Магомед!
Тебе слово! Слово предоставляется народному чемпиону Магомед Анталаев. Внимание! Ассаламу алейкум. Я искренне рад. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто болел, кто переживал в столь поздний час. Я очень рад. Мы еще, они сказали все, мы в следующий раз решили вернемся с поясом. Ну, был такой побою, что могу сказать. Я думал, что я сделал достаточно, чтобы добить победу. Но судьи решили сделать ничего. Ничего, мы на этом не останавливаемся. Мы будем двигаться и охотиться за поясом. Министр спорта Республики Дагестан Сажид Халил Рахманович Сажидов. Ваша поддержка! Болельщики спорта, юные наши болельщики, родственники, близкие, друзья Магомеда, нашего чемпиона. Огромное спасибо, наверное, вам всем, то, что, несмотря на такое поздное время, вы сегодня здесь находитесь. Это говорит о том, что о вашей любви, о вашей поддержке нашим чемпионам, нашим спортсменам. То, что вы болеете за них. Вот то, что вы есть, то, что у вас, ваша поддержка, и это и способствует, это и мотивирует наших ребят на подвиги, на геройство, на чемпионство, которые приносят, они приводят. Мы сегодня всеми им гордимся и радуемся. Магомед, обращаюсь к тебе, хочу сказать огромное спасибо в твоем лице и всем ребятам достойным, которые представляете нашу республику, наш народ, показываете наши традиции, нашу культуру, нашего народа с самой лучшей стороны. Вы настоящие мужчины и наша гордость. Вы уже все видели, как это все случилось. Мы, спортсмены, знаем судейские ошибки. Мы все это прошли, поэтому здесь удивительного ничего не случилось. Поэтому я считаю, что мы все видели, весь мир видел, что он выиграл. Поэтому его поздравляем в первую очередь. Самое главное для него сегодня восстановиться, залечить травмы. Я думаю, все еще впереди. Уже повторяться не буду, уже Сажид Халирахманович уже все сказал. На самом деле мы очень ожидаем этого пояса, очень любим, болеем за него, переживаем. Я думаю, вместе с тренером они сделают выводы в дальнейшем тоже. И этот пояс привезут в следующий раз. В следующий раз будет уже здесь на аэропорту места не будет нашими братьями. Хочу искренне поздравить Магомеда и всю команду за хорошую работу. Но мы все видели этот бой, я про бой рассказывать вам не буду. И поздравляю Магомеда и всю команду. Я хочу искренне поблагодарить министра спорта Сажида Халил Рахмановича, Хайдарбега Абдуллаевича за вашу искренность, за вашу поддержку, которую вы искренне поддерживаете, эти спортсмены, которые, несмотря на время суток, вот, встречаете, приезжаете, поддерживаете. Вам за это огромное спасибо. Сухрав, тебе отдельная благодарность. Мы видели, как ты шел к этому, как ты газовал там. Тебе отдельная благодарность. И, конечно же, также хочу сказать огромное спасибо Министерству спорта. От души, Сажиду, всем, Кадимураду, Баркалова, всем. Сухра! Чисто гордость, бойцы.